Наш остров живет по законам страны, и все граждане работают как на себя, так и для общего благосостояния. Задача моя – контролировать и развивать государственные направления и бюджетные потоки. Школы, образование, дороги, безопасность, чистота, дотации, бюджет и еще множество различных аспектов, которые я, как мэр, обязан решать. Вы уже знаете, что остров богат на уникальное месторождение белого мрамора и поставляет его в разные уголки всего мира. Экспортируют мед, оливки и здоровье вместе со всеми отдыхающими. А самый главный экспорт – это, конечно же, впечатление. Мы проводим активную рекламную кампанию, устраиваем фестивали с античными постановками и щедро делимся солнцем, ласковым морем, историей и любовью ко всему окружающему. История острова насчитывает уже 10 тысяч лет. Его зелено-голубая одежда, надеюсь, сохранится навечно. И наших гостей мы всегда будем встречать греческим вином и прекрасным настроением. Сейчас очень активно рассматривается вопрос о строительстве аэропорта. Все понимают, что турист жаждет прямого воздушного сообщения, и наличие такового только поспособствует увеличению потока отдыхающих. Есть задумка строительства нового порта с двумя чудесными гаванями. Все это осуществится в ближайшие годы. Я в это верю и приглашаю всех на наш чудный и уникальный остров.